Встреча с тремя участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялась в образовательном центре «Алые паруса». Девушки не так давно вернулись из международного детского центра «Артек», где прошел финал конкурса. Эмоции их переполняли. Еще бы! Из 1500 школьников 8-10 классов из всех регионов России именно столько человек съехалось в «Артек», они вошли в число лучших. В Ульяновской области в этом году подали заявки более 8000 школьников и студентов СПО. В полуфинал конкурса обучающихся 8-10 классов прошло 30 ребят от Ульяновской области. Полуфинал состоялся в очном формате в городе Нижнем Новгороде. Финал конкурса прошел в Международном детском центре «Артек» Республики Крым. В нем приняли участие 6 школьников из города Ульяновска, Димитровграда, Николаевского и Цельнинского районов Ульяновской области. Абсолютным победителем в номинации «Вызови. Открывай новое» признана ученица гимназии номер 2 Елизавета Вальд. Призерами конкурса стали ученицы Большенагаткинской средней школы Цельнинского района Алсу Хакимова и Александра Лашина. Школьницы получили денежные призы на дальнейшее образование в размере 200 тысяч рублей. На самом деле «Большая перемена» – это конкурс личностного роста. Попав туда, я испытала целую бурю эмоций. Было и страшно, потому что все-таки первый раз не знаю, как что делать, но понимая, какие люди тебя окружают, какие просто алмазы, самоцветы, это настоящее будущее нашей страны, и когда ты это понимаешь, ты сам заряжаешься на будущую работу. Александра в дальнейшем планирует заниматься микробиологией и уйти в науку. Также девушка не хочет бросать свою волонтерскую деятельность. За время нахождения в «Артеке» она стала волонтером-медиком. Напомним, конкурс «Большая перемена» – флагманский проект «Движение первых». В нем можно не только продемонстрировать свои возможности, но и заработать. Так, денежные призы в 1 миллион рублей получают ученики 11 классов, 9-10 классов по 200 тысяч рублей. Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования России. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.